Подожди-ка ты, мама, про пана Метана. Метан был в трубе позавчера. Хорош петь! Давайте о деле. Нам до зарезу нужно этот северный поток перерезать фантастически беспощадно. А кто ее охраняет? Сторож? Да какой там сторож? Так, вечный студент, мелкий пакостник. И нам надо его нейтрализовать? Не нам, а вам. Мне? Все просто. Подходишь сзади, берешь тряпочку, накладываешь санкции. Хлороформ. Жиженый газ. Не пикнет до конца отопительного сезона. А я? А ты бежишь в Европарламент и свистишь в свисток. Насвистишь на осуждающую резолюцию. Понятно? Эй, громадяни, а шо это я вам звоню, а вы трубку не берете? Чего? А если студент очнется? Тогда появляюсь я и демонстративно прохожу мимо, не подав ему руки. А вроде все чисто. Так о чем ты его спросишь? Как пройти до Керченской протоки? В 2 часа ночи? В шторм? Без лоцмана? Идиот! Вы не подскажете, как прийти к победе на выборах? Вас загнзи? Бабуля? А где этот? Студент, где? Не зачет у него. По миролюбивой внешней политике до сессии не допускают. Сидит, зубрит. А вам чего? Ну-ка, валите от моей трупы. Ага, ага, все, все, мы пришли. Все, все. Премного благодарен. Тихо, как бы лихо снова не проснулась. Задолбали приходить, чтоб трубу твою закрыть. Ни хрена не отберут, скоро будем газ качать. Только ты поторопись, в ХБС другой бугор. Как из канцлеров попрут, так трубе придет капут. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на заповедник. А если кто не подпишется, на того мы наложим санкции и пошлины на чёрлих.